Привет-привет! Микки Мауса. Егор будет делать, а Алиса будет помогать, да? Да. А кто еще вам будет помогать? Мишка и Кала. Да. Ну-ка давайте посмотрим, что тут за Микки Маус. Да. Микки Маус девочка такая, да? Да. Без ножницы с клея, без ножницы без клея. Как это без клея? Интересно. Веселая игра и упражнение для пальчиков. Мягкие самоклеящиеся детали. Да. Вот они детальки. На, Егор, открывай. Я хочу. И давай. А ты откроешь сама? Да. Да? Ну давай открывай. Егор будет собирать, да? Ну Егор, помогай. Ну доставай. Доставай, Егору сразу давай. Так, это что такое? А, они, наверное, на липкой пленке. О, Микки Маус. Вот он, Микки Маус, да. О, классно. Вот какой это рельеф Микки Мауса. И туда Егор с Алисой будут наклеивать разные детальки. Все, да? Ну, а вот по этой картинке вы будете смотреть, какие детальки наклеивать. Да? Распаковываете теперь. Ты теперь Егору... Так, Егору ты теперь, наверное, да, вытаскивай, что тебе Егор будет просить, детальки какие. Так, давай соберут. Так, не, Алиса, это-то не надо, это полностью, по-моему, наклеивать надо. Там наклеечка сзади, да? Да, но тут... А, и здесь сзади наклеечка. У рота, ну что, вот, чтобы красное приклеить, надо вот отклеить. А, ну давайте отклеим. Ну ты сначала наклей на голову, наверное, ему. Да, на лицо. Сделайте лицо Микки Маусу. Угу. Да? Вот это вот лишнее уберем. Ну, лишнее убирай. А все остальное давай на силуэт. На саму модельку Микки Мауса, да? Алиса, а как этого Микки Мауса-то зовут? Микки Маус. Микки Маус? Ну, Микки Маус это общее название. А как зовут? Это же девочка Микки Маус? Да. А как у них? Как... Минни Маус. Нет, ну Минни это маленький. А как зовут девочку-то? Давай назовем. Я не знаю. Не знаю? Ну придумай имя. Алиса тоже назовем, да? Да. Да? Да. Ну давай. Пускай будет. Алиса будет у нас девочка, Алиса и Микки Маус, Алиса. Вот так вот? Да. Егор, помогай, там, потому что там липкая это, от липкой ленты нужно отклеивать. А то она сейчас порвет все. Тут видишь, Алиса, тут вот она, видишь, сразу с пленочкой такой с липкой идет. Это платьишко, что ли? Да. О, какое платьишко красивое, да? А я буду тогда уклеивать туфли сама. Туфли сама? Да. Там туфли есть еще? Да, вот. Вот, здорово. Да, они будут фиолетовые. Фиолетовые? Да, но я смотрела мультик Тимончика и Микки Мауса, они должны быть желтыми. У мальчика желтые туфли? Да. А у девочки розовые? Они же бывают... Я хочу... Да, я тут вот без липкой приплюс, как раз получилось так. Я хочу же там... Вот это. Так. Что там еще у Алисы осталось? Туфли опять. Туфли опять? Да. Ну давай, попробуй отлепить туфли. Туфли опять. Получится? Получается, Олеся? Да. Только не порви. О, молодец. Почему? Молодец. Что там еще осталось? Ничего больше. А, это все, что ли? Да. А, это такое большое, всего там 3 детальки было. Да. Ну открывай тогда вот этот пакетик маленький. Маленький пакетик этот открывай. Так, а что там у вас еще осталось? Вы уже почти все сделали, что ли? Да. Здорово. А, там бантик такой красивый, цветастый, да? Угу. Не только он. А что там еще? Да, Алиса, что ты еще помоешь? Что там? Глазки? А, нет, не глазки, а что это такое? Это бантик. А, ну да, там глазки. Туда ты такие все подвешь. Глазки Егору подавай тоже. А, это ручки. Ручки, да? Да. Доставай тоже ручки. Ручки? Да. Да? Угу. Я не порву ручки. Не порвешь ручки? Нет. Осторожненько. Осторожненько отклеивай ручки. Так. Отклеивай аккуратненько. Аккуратненько отклеивай. Так. Все, вот Дашка. Вот такая вот Дашка.
Да, держи на пальчики. На пальчики я держи. Вот так, вот. Сейчас Егор бантик приклеит. Ну да, вот так вот, наверное. Да. О, красота. Ой, какая. Только вот откуда вот. Ну ладно, а там потом что-нибудь это приклеите. Вот, все, бери, Алиса тебе уже одну ручку дала. Давай, Алиса, доставай другую ручку. Мне аж самому нравится, какой красивый Микки Маус девочка получается, да? Алиса, тебе нравится? Да. Так, вторую ручку Алиса отклеила. Все, это лишнее забираем. Нет, там еще кружочки. А, там кружочки. А, на платьишко, точно. Да, кружочки. Папа забыл. Все, не закончили. Так, глазки теперь отлепляй. И что там, язычок. Егор, язычок надо. А где еще маленькие бантики? Какие маленькие бантики? Вот, сейчас ты их вот покажу. Ну, вон они, беленькие, Алиса говорит. А вот они. А какие там бантики? Вот. На туфельке. Точно, там еще бантики красивые. Чтоб туфельки блестели, да? Угу. Так, а Алиса глазик еще один держит, да? Да. Ой, какие красивые туфельки получаются. И сейчас какая-то что-то в пальчике. Так, берем еще вот это. Там оно все тут блестит. Так, а вот это еще что такое? Это и на пояс. Так, пояс там еще красивый, такой блескучий. Да. Да? Да. Так забыл. А это глазик еще один. Да. И что там? Язычок. А еще язычок доставай. Так, вот тут. Вот. Все, язычок. Язычок Лиса достала. Ну и все, и кругляшочки остались, платьишко украшать. Или что там? И черный. А, носик еще, точно. Да. Носик чуть не забыли. Да, черный. Черный носик, да. Да. И теперь доставай кругляшочки, платьишко украшать. Сюда он. Так. Первый кругляшок. Второй кругляшок. Дай ты мне. Молодец, Алиса. Какого красивого Микки Мауса сделали, да? Да, Алиса? Да. Да. Ты его себе куда это посадишь или приклеишь? А чем его приклеить? На кроватку. А он за бантик приклеится, там же липкий, с другой стороны. Сколько там еще осталось? Много. Много. Много? Посчитай, Алиса, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Ты же хорошо до 12 считаешь? 8, 9, 10, 11, 12, 14. Их там было 14. 14? Так. У меня блестящие пальчики. Блестящие пальчики? Да. Здорово. Потом няня-миньон. Ну, а потом миньончика будете делать. Сейчас Микки Мауса сделаем, потом будем сразу миньона делать. Да, чтобы нянечка был радостный с меня. Да? Чтобы нянечка радостный, чтобы был? Да. А сейчас ты радостная, да? Да. Сейчас Алиса у нас радостная, потому что делают Микки Мауса, потом у нас Егор будет радостный, что буду делать миньона. Что там застряло, Алиса? Все, последнее, да? Или еще? Нет, раз? Еще. Сколько там еще? Три. Да, три. Три? Ну, доставай, давай, отрепляй. Раз. Два. И последнее осталось, да? Да. Ну, по-моему, оно уже лишнее. Ну, или нет? Вот, просто, ой. Да, все. Просто пошел уже там. Нет, уже все. Все? Да. Все, уже. Это лишнее. Убираем. Да. На смеке можно? Готово. Но надо еще потворить бантик большой. Да? Бантик? Да. Нянечка, ты, пожалуйста, не потворишь, нянечка, пожалуйста, бантик. А какой бантик? Там бантики все. Вот. Ну, показывайте теперь, какой у вас красивый Микки Маус получился. Ой, здорово! Какой получился красивый Микки Маус. Да. У Егора с Алисой, да? С другой стороны он такой. Ну, с другой стороны, понятно. А с этой стороны такой красивый, здорово. Быстро же получился сделать. Да. Нравится вам? Да. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, в гостях у Алисы Егор. Всем пока-пока и ставьте палец вверх. Я вас люблю.
И Алиса вас всех любит. Сердечко вам показывает. Да.